Уже 10 лет в Украине проводится уникальный конкурс «Таланты многодетной семьи». За это время стало доброй традицией вручать дипломы лауреатам в День знаний на первом звонке. В 105-м лице победителя поздравил народный депутат Украины, второй секретарь обкома Компартии Александр Зубчевский. Можно сказать, что ученик 10 класса Владислав шел к этой цели всю свою жизнь. Занимался рисованием, посещал школу искусств. В творческой копилке более 20 областных и городских конкурсных наград и дипломов. А когда представилась возможность принять участие еще в одном соревновании среди талантов многодетных семей, отказываться не стал. В итоге бесплатная путевка в Артек, второе место в номинации «Декоративное прикладное искусство» и нетбук в подарок. Из-за наших финансовых возможностей мы практически никуда не ездим. Если только нам город что-то позволит, там, как многодетная семья что-то выделит. А в Артек это вообще мы никогда не ожидали. Ребенок тоже не ожидал. За эту путевку я выношу огромную благодарность партии коммунистов, Коммунистической партии Украины, за то, что она дала возможность детям многодетной семьи побывать в Артеке. Потому что на данный момент стоимость Артека очень большая, и если бы не эта партия, мы бы вряд ли там побывали. В этом году 34 ребенка из многодетных и малообеспеченных семей, победивших в областном конкурсе, получили путевки в Артек. За годы конкурса там уже побывали более 200 талантливых запорожцев. Все это время главным спонсором конкурса является Коммунистическая партия Украины. В этом году благодаря КПУ и Союзу женщин-тружениц за будущее Украины в Артеке оздоровились более 800 детей. Все 10 лет этот конкурс поддерживает Коммунистическая партия Украины. Помогает бесплатным путевкам детям попасть туда. И счастливые дети считают, что побывав в Артеке, они, конечно, как говорят там, артековец сегодня, артековец всегда. Артек у них на всю жизнь остается. Я считаю, что вот вручение таких дипломов, оно стимулирует детей к творческому развитию и развитию их потенциала. И действительно поможет им в будущем проявить свои таланты во всех сферах жизни. С каждым годом, отмечают, талантливых детей становится все больше. А при стоимости путевки около 19 тысяч гривен оздоровление в Артеке – неоценимое подспорье для многодетных и малообеспеченных семей.